Это не пузо, это рюкзачок. Рюкзачок для пузо. Ты же на рыбалку приехал. Я всегда, когда его видел, я его когда беру, я Давно не виделись. Очень рад всех видеть на нашем втором турнире по ломбе. Тут еще я. Окей. Сейчас мы садимся по машинам, форсируем все-таки первый тур по Заяху. На машинах? На машинах. Машина. Первый тур будет до 12 часов. 12.30 у нас обед. Час. И выезжаем на второй тур. Объявлю чуть позже, дай. Вообще это сразу на остров поперли, да? Наловите тугуна, тети Лени. Получилось смешно, да? Ну слушай, он точно на линейке его схватал. Это который в центре, да, стоит? Вот сейчас в линейку он набирает. Уже претендент есть.
Да, он линейку достал. На линейке фотоэкс. Нормально принял. Красавчик. О, 25. Нет, надо 5 минут сказать. Они еще 10 минут уходили. Да, уже больше. Нам осталось 2 убега.
еще одного, еще одного, еще одного. Спасибо Накому Сенсею за присутствие на каждом фестивале господину Кирееву. На каждом месте. Спасибо огромное Рамилю, Маргарите, Женьке. Душевно низкий поклон от нас присутствующих за организацию данного фестиваля. Ибо без них ибо ничего бы не состоялось. Мы сегодня немножко поиграем. Вот, как говорится, от классики дорога, и по, не будем изменять нашим традициям, концерт открывает господин Бобровский. Не-не-не, даже на пузе. Мужчина, а что вы сейчас собрались делать? Ну-ка скажите, пожалуйста, на камеру. Пипками мериться будем. Ох ты, бля. А линейки же вам выдавали, да, вот которые это специальные, да? Линейки нам выдавали, но линеек не хватает нам. А репетиция можно? Нет. Встал и кидаешь сразу, как на рыбалке. На рыбалке у меня так не летит. Не дает? Вот, первое кольцо. Воу! Недолёт. Чуть-чуть. Просвистел, мочит. Да? Жека, насыпь его ладошку. Андрюха, ты участвуешь? Да я думаю, все уже как бы. Все понятно? Надо в бок. Ты первый? Я просто в Лего потом штурок этот выменю и все. Лично в березу попал. Раз! Ранен запутался. Берется как бы, да. Но... Подойди поближе. Все равно всему есть. Куда пошел-то? Андрюха, у тебя еще 2 метра впереди. Подходи, Андрюха на бэк работает. Мы за тебя болеем. Не, ну никто ж не говорит, что... Давай ему прямо на усы кинь. Да, крайний. Оплошался ты, Андрюшка. Сразу. О, на хорошо. На третьем, давай сразу. Вот. Три. Я так татарин отгрыз. Подождите. Раз. Ты еще по катушку спросил. Все, заброс был. Это не было. Вот теперь, смотри, пошло. Отлично. Красавчик, да. Два. Какая будет? Раз. Два. Смотри, как у Лехи вон зависть в глазах проснулась. Вообще, какой. Я стою и думаю. Три. Все. Да хватит уже, ладно. Я учил. Ну давай еще раз. Нет, бля, вышел на улицу, конечно. Ну кидай уже! Нет! Нет! Шли третьи сутки, второй. Все! Четвертый час. Три, вылет. Следующий! Это что?